Полковник, рота особого назначения «Свитязь» после выполнения боезадания прибыла в полном составе. Командир роты майор Фацевич. Вільно. Вільно! Я думаю, що одні з перших в Україні спецпідрозділ міліції, який був удостоєний почесного звання і можливості бути нагородженим тут, в повному складі міністром внутрішніх справ України. Командиру «Свитязя»! Слава! 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 Вышли 31 числа с боями, вышли из блокированного интерната, нас заблокировали. Скорее всего, это были подразделения, батальоны, которые состояли из наемников и регулярные русские войска. Держали оборону около 3 суток, вот, наводили артиллерию, в том числе 3 раза вызывали огонь на себя. Вышли без потерь, есть, да, раненые, легко раненые, 3 человека, но погибших нет, это, ну, было, ну, по большому счету, это чудо.